Привет, ребята, с вами Миша Хакер, и я знаю, давно мы не выкладывали видео, не выкладывал, вот. И сегодня я хочу вам показать, как делать вот такой вот балкон, ну, подоконник и окно. Но это не полностью балкон, это полубалкон. Но если вы хотите, чтобы я и балкон сделал, пишите в комментариях. Ну, давайте приступим. Сейчас, вот. Сначала нужно вот такие три, потом отступим два, еще вот так вот, ставим вот здесь дверь, вот так вот, так, и вот так, и последние штрихи, и вот такие вот. Для красоты цветочки можно посадить. Ну вот, как вы видите, вот такой вот у нас был, ну, подоконник даже получился, подоконник, кстати. Ну, если вам понравилось, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну вот, смотрите, вот как бы выйдет такой, хочу подышать свежим воздухом. Ну, типа здесь балкончик. Ну, я могу прилестить, но обычно вот так вот забором просто обставляют, типа это балкон. Вот так вот. Вот, ну, взял, вышел и пошел, все. Ну, как вам? Наверное, понравилось, наверное, классно. Ну вот, ребята, я хотела вам еще кое-что сказать. Вот я еще хотел кое-что сказать, но я надумайте, почему мне такой видно. Я не знаю, просто решил по-разному одеться, просто курточку на себя напялил, кепочку алмазную такую. Ну, конечно, это золото лучше, но я решил себе золотые штанишки одеть, потому что так намного клевей. Ну и железные ботиночки серебряные. Ну и вот, ребят, самая крутая новость. Я хочу вот практически каждый день выкладывать видео. Но мне нужно примерно 14 или 15 подписчиков, чтобы я намного больше выкладывал видео в день. Я, наверное, буду в день выкладывать сразу по 3-4 видео. Ну, а так пока что я одно видео выкладываю в день. Ну вот, ребята, всем удачи, пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока, ребята!